Всем привет, кто смотрит это видео. Сегодня вот подъехали у меня опять посылочки. Это воблерочки. Вот. Здесь даже есть от Биркинга. Так что сейчас распакуем, по-быстренькому посмотрим. Окунем заодно все, проверим на плавучесть. Вот эти вот, по-моему, должны быть суспендеры. Вот. Так что сейчас посмотрим, что да как. Ну, начнем, наверное, вот по очереди с крайнего. Ехали долго очень. Эти вот от Биркинга, вот почти месяц ехал. А эти вот два вообще уже кончилось время и стекло уже. Я китайцам пишу, говорю, где ваши посылки? Я уже хотел спор открывать. И тут мне, короче, уведомление приходит, что они типа на почте меня ждут. Вот. Поэтому как бы с доставкой не все так хорошо. Так, здесь вот такой маленький крэнк получается. Дальше у нас идет желтенькая упаковочка. Так, здесь вот такой тоже маленький крэнк. Сейчас мы их поближе рассмотрим. Здесь даже у нас какая-то а-ля реклама, наверное. Но это нам не интересно. Так, и здесь у нас от Биркинга. От Биркинга у нас два штуки с наклеечкой. Как все положено. Все как положено, все как должно быть. Так, наклейку в сторону. Ну а это 90 Ridge. Заявлен он у медведей как суспендер. Вот, здесь даже написано он in Japan их делает. Так что фирма Винников не вяжет. Вот, ну мы сейчас посмотрим, что это за суспендер. Что да как вообще. Ну, наверное, с них и начнем. Откроем, посмотрим на визуально, как что изготовлено. И так далее. Будем рассматривать, то есть все по очереди. Раз уж они все вместе в одно время попались, значит так и будем. Это сразу отрезаем. Вот я взял, короче, один в кислоте. Ну такой он не совсем в кислоте, но похож. Здесь у него надпись Биркинг. Что-то не фокусируется у меня тут. Ничего. О, поймал. Видно, да? Ну что сказать, все тут как обычно. У медведей в принципе нормально. Давно мне уже от них косяков не попадалось никаких. Все острое. Покрашено все четко. Петли все на месте. Здесь вот тоже надпись. 90. Ridge. В общем, вот так вот заявлено. У них, по-моему, 10 грамм вес. Так, ну и эти крэнки сейчас откроем. Вот по крэнкам даже не скажу, не помню, где заказывал даже. Попробую, конечно, в заказах найти, ссылки оставлю. Вот. Но они что-то там не очень дорогие. Отзывы вроде бы мне попались нормальные. Я что-то шерстил, так ловил. Думаю, ну закажу. Вот так форельку на платничке половить. Он, я думаю, подойдет. Да, и где-нибудь, может, окушка погонять в каком-нибудь болоте. Тоже, мне кажется, вполне себе. Вот, а этот вот прям как будто даже и форелевый сделан. Он вот с одинарниками. То есть такой вот воблерок. Довольно интересный. Надпись на нем. А, и крючки острые, конечно. Мама, не горюй. Прям правда, как на японском. Контбас. Каунтбас написано на нем. Вот он там подгружен шариками. Вот этот немножко
шумит. Этот у нас тоже немножко шумит. А Риджи у нас, ну, вот этот что-то гремит даже внутри. Хотя нет, оба они тихие. Ну, в общем-то, распаковали, посмотрели. Теперь пойдем их окунем в воду. Ну, эти вот плавающие, скорее всего, стопудово. Просто нет, у меня сейчас перед глазами, где я их заказывал, уже удалил, потому что кончилось у них это время отслеживания. Вот, и я их удалил. Хотел уже спор открывать, как уже говорил, а они тут как тут приехали. Вот, а вот Риджи, которые заявлены у них как суспендеры, вот мне больше всего интересно, на самом деле они суспендеры или нет. Ну все, айда в ванну. Вот покунали мы эти воблерочки. В общем-то, меня вот Риджи вообще порадовали. Вот, практически идеальный суспендер, ну чуть-чуть тонущий. Но это вообще как бы не критично.
Так что мне, в принципе, они вот понравились. Наверное, еще себе закажу про запас. Потому что вот 90-й ридж у меня есть, который всплывает. Вот, ну, он F-ка, плавающий. Вот, и когда на него вешаешь, например, 30 сантиметров поводок, он вообще медленно всплывает. Прям медленно-медленно. Вот. И как бы довольно-таки полезно, вот где трава, над травой на него ловить очень довольно успешно получается. Вот этот, конечно, вообще как камень. Тонет, прям падает. Видно, что он как бы такой быстро тонущий, скажем так. Вот. И мне кажется, крючки великоваты, они будут цепляться. Но время, как говорится, покажет. Вот они уже. Ну, благо они одинарные. Я думаю, что, в принципе, может и пойдет. Вот. Ну, этот, естественно, плавающий. Ну, довольно-таки все нормально исполнено. То есть, никаких-то непроклеенных петель и так далее. Тут, в принципе, не видно. Крючки острые. Единственное, вот на этом вот крючки какие-то, честно говоря, хлипковатые, но острые. Вот. Ну, сейчас мы взвесим их, так, для чистоты эксперимента. Посмотрим, который сколько весит у нас. Риджи заявлено там у нас 10 грамм. Вот, соответственно, 10,57. Здесь у нас 10,47. Еще раз. 10,49, короче. Вот. Тонущий вот этот у нас. Почти 4 грамма. И вот этот плавающий малек у нас почти 3 грамма. В общем-то, вот такие вот у нас воблерочки приехали. Распаковали, посмотрели, что к чему. Вообще, вполне, я думаю, себе имеет место быть. И должны они себя проявить. Вот и суспендеры, я как уже говорил, мне больше всего понравились. В общем-то, на этом все. Всем ни хвоста, ни чешуи. Лайки, подписка, это само собой. Всем пока.